Наш город, как и другие муниципалитеты края, подготовил историческую реконструкцию, воссоздающую атмосферу реального госпиталя времен Великой Отечественной войны. Сочи, как известно, был единственным крупным госпитальным центром страны. Самый тяжелый период – это был период битвы за Кавказ, когда раненые поступали с перевалов Кавказа, из-под Туапсе, и город работал в авральном режиме. Часть госпиталей была эвакуирована за Кавказье, и в городе осталось всего лишь 7 из них. И на них через каждый час была нагрузка от 1000 свыше солдат. Когда угроза захвата Черноморского побережья миновала и фашистов выбили с территории Кубани, госпитали вернулись. В Сочи их было уже 111. На ноги было поставлено 400 тысяч раненых бойцов. Память не должна стираться, память не должна исчезать. И такие мероприятия с великолепными инсталляциями, как сегодня проходят, они в первую очередь направлены на то, чтобы именно подрастающее поколение видела, знала, как ощущала, да, буквально и визуально ощущала все то, что проходило